Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес собирать грибы, белые грибы. Меня интересует. Давайте, друзья мои, походим вместе, собираем грибочки, подышим чистейшим уральским воздухом. Идемте, друзья мои, собирать грибы. Погуляем. Вот посмотрите, друзья мои, сколько грибов разных у нас в лесу. Ну, вот это масляты. Вот масленок, маленький масленок, ну про эти я не знаю, но мы будем сейчас собирать, искать и собирать белые грибы. Пойдем сейчас вот в этот лесной бор, походим и пособираем. Их какие грибочки встречаются. Белый боровичок. Отличный грибочек. Берем такой. Вот такой грибочек встретил. Посмотрите, какой белый гриб. Красавчик. Сейчас посмотрим его. Какой он. Но факт, что хороший. Вот такой чистенький. Идеальный. Берем, конечно. Как мне взять такой? Вот такой белый гриб. Чудесный. Посмотрите-ка на меня, друзья мои. Вот он я какой. Вот такой мухомор я нашел. Посмотрите. Это видно девочка. Какая у нее юбочка. Мини-юбочка. Посмотрите, какая юбочка. Вот она. Вот это красавица. Будем ее так звать. Красавица в мини-юбочке. А вот еще один беленький. Посмотрите, какой красавчик. Это надо же. Маленький, но красавчик. Посмотрите, друзья мои. Какая большая семья мухоморов. Такие красавчики стоят. Как я думаю, вот это папа, мама, вот это братишка, вот эти детки, а это, наверное, сестренки. О, какие красавчики. Царство мухоморов. Надо же. Украшение леса. Вот они. Какие. Вот, друзья мои, еще нашел белые боровички. Посмотрите, какие красавчики. Вот они, ножки какие. Вот они, вот красавчики.
берем. Вот, друзья мои, какая парочка стоит. Вот она, красавчики, белые грибы, идеальные. Сейчас мы их посмотрим. Вот, друзья мои, отборные. Посмотрите на наши белые грибы. Чудесные. Эх, какая парочка. Молоденькие. Чудесные грибочки. Берем. Красавчики. А вот, друзья мои, такой грибок. Я думаю, что это подберезовик. Посмотрите, какая ножка у него. Мы их как-то не собираем. У нас белых хватает. Ну, пусть растет. Пусть растет такой грибок. Красивенький. Живи, грибочек. Вот эти грибы старые, наверное, уже. И вот брусничка. Смотрите, друзья мои, какая ягодка. Наша чудесная ягода. Лечебная брусника. Такие веточки чудесные. Сладенькая. Уже поспела. На пенечке. Облетает. Птички, видно, ее кушают. Какая красота. Чего только у нас в лесу нету. И грибы, и брусника. Ревень хочу. Вот какая чудесная ягода. Вот рядом и костяника. И брусника. Бордовая. Но чудесно. Просто чудо. Вот, друзья мои, результат нашей тихой охоты на белые грибы. Посмотрите, какие красавчики. Идеальные. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Посмотрите на нашу красоту. На наш чудесный лес. Любуйтесь. Еще раз грибочки.